также буду смотреть, кто использует припоты. Припоты все обязательно использовать на кислотную. Все бурсты тоже оставляете на кислотную. Все, кушайте рыбу, будем запускать. Напу вначале все в пинаколаду, когда выходят черви, напу в киберкотлету. Киберкотлета танчит кислотную. Каску раскиньте. Из морски уже настой бесконечной ярости выпил. Быкачную фласку и DPA. Капитан нефть то же самое. Кадама. Дайте. Пинаколада нормально. Такая хуйня не прокатит. Будете сейчас буду просто менять. Подайте БК-шную. Идите сами покупайте, вы должны были крейду подготовить. О, ну тебе тоже сапрот пить. Где ты выпил? Ты выпил ледяного змея. Тебе нужно драконьего разума. Это титановый. Может, он алхимик? Неважно, алхимик, не алхимик. Каждый, кто-то, ну, кто-то отдает максимум, а кто-то будет залупу такую же делать. Ну, давайте это... Если он, это, слышишь, если он алхимик, это те же яйца, только вид сбоку. Не алхимик он, не алхимик. Не, я просто... Про алхимию я продвигаю эту профессию. Дай обмен, кидай обмен, буду к тебе по 500 продавать, раз ты к рейду не подготовился. Кидай мне обмен, вон прыгаю. Если честно, первый раз выпил БК фласку. Потому что охуевший. Киберкотлет. У меня нету силы титана. Он, ну, то же самое, пей сапрот. Пинаколада. Вова тоже лучше сапрот выпил. Капитан Невс. Нет, потом так не будет. Либо сейчас кидаешь, либо... Бля, давайте живее нахуй. Кому там фласка? 500 гопы и... Просто без лута и все, что, пошли пулять, блядь. Просто... Вон, изморскому киньте силу титана обмен, он бабки скинул. Изморский, кто это такой? А, вот. Таня Сацуна. Я перед вами. Нет, так как это работает? С тебя еще 100 голд. Давай так. Давай. Все, хорошо. Блять, Вова, тоже выпей лучше сапрот, а то у тебя будет огненное прошибать, пиздец, если без сапрота. Потому что попривыкали, блять. Заебала вот эта уже хуйня. Кто-то, ну, 100% выкладывается, типа Петя, блядь, каждый бухово, он... Кто-то просто хуйца закладывает. Так, по СС-у закинь СС на ОНУ. Также в огне не стоите, набрали стаков сейчас, это последний момент, на первом боте. Набрали стаков, немножко отбежали вот сюда, назад. И следите, если у вас летит огонь, бегаете. Видите, что вас не прохиливают, тоже движетесь. Обязательно двигайтесь. Дайте каску. Не стойте под каски раздавайте мне еще по полипаверу. На всех есть каски показано. Все. Кому-то людей справа очень мало. Передвиньтесь немножко вправо. Пресску отдавай. Что такое? Шумишь много. Замуть пока микрофон, Женя. Этот, ПС-ку отдавай, кто тут будет дамажить. Дай помогу Сили Фейсу, он фаер. Или по локу, либо помогу. Посмотришь, кто из них больше дамажить будет, того и закинь. Все, пошли милики бить. В огне не стоим, еще раз напоминаю. Саня, изначально РТДшников, краш-тест выбежал. Войд выбежал. По 4 стака. Для Вовы нет возможности разговаривать, не дал.
Когда мы выбежим? Вот Хелп сдох. Сноубольда свечи. Он в Скибиди, прохильте. Сноубольда, да, абсолютно все играют. Кто может станет, постанивает. Он узолей СС по Годхелпу и сразу иннер ему. Только отбеги. И сразу ребаф Годхелпа, ребаф его. Скибиди, буревестник выбежал. Да блять. Не... Дайте ребаф буревестник. Привестник под босса, Паша, под миликов прям заходи. Сыграли по Снобальду, то может станет Снобальд, станет, Мавар станет выбежим. Сыграли по Снобальду. Почему, блядь, живет один нахуй, вылазит уже второй? Плюс это на хиле. Они все свечиваются по Снобальду, играем. Изморский закинь по Годхелпу иннер. Забирай спиноклады, по пиноколаде киберкотлета. По пиноколаде Саня закинь боб уже. Вова без диска поэтому не сказал. Годхелп закинешь по киберкотлете. Саня, добьем босса, кастуешь им на ману. Разбежались по меткам. Третья пати печенька, четвертая ром, пятая уна. Играете пока в огненную. Вову забираешь. Ты следующую забираешь, которую выйдет. Дали Геру, нажали при потости. И отдали бурсту. Абсолютно все. На полу в киберкотлету. Харчок в уну. Все, беги его снова танчи. Так, первая пати миников, идете бить огненную, идете бить огненную, вторая РДДшники добивают кислотную. Под лицом у кислотной никто не стоит, РДДшники уже набрали ренжу. Не веди под этого, под босса, под лицом никто не стоит, добили кислотную, остановись на месте. В первой пати тоже пошла, набрала ренжу, убрали милики, убежали. Готов, Вола, нажми масс айсбаунд. Пики прохильте, выбежали с метками, кто может снять, сняли. Еще один харчок будет. Смотрите, разбежались милики. Милики убежали, все. Еще один харчок пошел. Капитан Нежнев, нажми эту глыбу. Молодец. Вова, танчи ее. Под лицо никто не лезет, бьете все сбоку. Держи ее здесь, Вова, никуда не веди. Пока что. Сбоку бейте, уже появится, сразу убегаете. Киберкотлета, беги, ловите ледяного рева, он выйдет с ворот. Поведешь его к нам. Уже, смотрите аккуратно. Уже отводи. Уведи, 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 уведи. Ну. Вова, блять, ну уже, ебана. Падайте. Ты уверен? На БР нету? Падайте. 6 человек минус. Много. Да уже смерть. Так. Минус капитан нефть. Сразу минус ЕП. Что там еще кто сдыхал? God help. И... и буревестник, по-моему. И сколько раз сейчас сказать, никто, блядь, не бегает, не бьет в лицо. Все бьют в бок. Абсолютно все. Зайдите в лужу и сразу не заходите в инф.
Никто не заходите в инст. Стоп. Еще стоп. Правильно, правильно. Все, заходите. Правильно, Катюш, правильно. Да, ты правильно делаешь, когда пропадают стаки, тогда и забираешь. Там бывает, да, но не 8 стаков, там должно было быть раньше, чем 8. Вова. Может, Вова просто зарано забрал. Это уже другой момент. Так, надо Вове дать возможность разговаривать сейчас. Вова, у тебя есть возможность разговаривать, попробуй зайди, перезайди. Сидиус, который. О, нормально. Смотри, Вова, чуть-чуть раньше уведи, это все так, все было отлично, в принципе, нормально все делал. Чуть-чуть раньше такое уведи, когда уже появляется. Ну, по стеночке. Вот она блевотину отдала и сразу уводи. Так потихонечку, в принципе, ее двигаешь. Видишь, начинает блевать. Куда отводил ее, там люди стояли везде, блядь. А с другой стороны лужа. Из-за этого так получилось. Ну, это понятно. Смотри, еще такой момент. Допустим, видишь, люди дебилы, ну, не отошли сбоку, кто-то стоит. Смотри, она начинает блевать, ты главное ее вот так ровно поставь. То есть вот ты, допустим, ее так ведешь. Она начинает блевать, оп, сразу в стенку повернулся, и все, она уже никого не заденет, вот, то есть развернул. А кто сдохнет от лужи, это уже их вина будет. Но уводить по-любому потихоньку надо. Все, поставьте казус, смоньте сильный фейса. DPS-у не лучшая группа сегодня. Так, почему Сили Фейс с настоем сопротивления, а не с банкой ДДшной? Да, ты бегаешь из морски со второй. Все, еще раз готовность на пул, все то же самое. Снобальды появляются, сразу же все играют по снобальдам. То можно застанивать и... Стань. Все, все готовы. Также по своим позициям. Первый опять же Вова танчит. Смотреть, у кого Элем получше. У Жени или у этого Буревестника. Блин, как Кирит хорошо. Элем не сильно бьет. Просто нажмите сразу. То вот от урона очень сильно много что зависит. Чем быстрее мы убиваем, тем этот босс проще убивает. Также не стойте кучно. От огня не сдыхайте, блять. На вас БР только тратить. Зря. Дружка, отбеги, капитан нефть. Смотри, сейчас на тебе стаки. Тоже аккуратно, двигайся. Лучше меньше урона нанеси. Пашка, выбежал. Прохилься его. Пашка, двигайся теперь. Выбежал, капитан нефть. Темнеющая выбежал. Я понял. Вагонище. Четыре стака забирай, котлет. Темнеющую прохильте. Блять, агород снобальда на мне постоянно висит. Гоните? Кливеры, блять. На никотине снобальд. Сбиваем сейчас. Темнеющую выбежал. Не стойте рядом. По два человека двигайтесь. Был джа. 400 на киберклей.
Нобль на войде. Кадама, почему ты босса бьешь, блядь? Сейчас будем просто минусовать за такие вещи. Снобрит на краш-тесте. Играем по боссу. Вова, танчишь, наверное, до конца. Саня, закинешь в него бок. Так. В него это кто? Он ударит бутер пинаковато. Прохиливайте его. Он удай БР по капитан нефть. И ребаф его сразу. Дайте полный ребаф. По меткам разошлись. И залей ему и... Сань, дай гимн лучше. Один. Короткой пока играем. Дали Геру. Нажали припоты. Бурчим по кислотам. Попал харчок в миников. Нажми Вова айсбаунд. Красивый никотина. Беги разморозь. Гиперкотлета. Все, выводи босса жуткую. Главное, отверни. Чи что полуже можешь бежать, прожмешься, если. Главное, уведи. Сейчас еще один харчок будет. В РДДшников зашел. Киберкотлета сейчас словишь сводную и ведешь прям в огненную ее. Первая пати миликов может идти в огненную бить. Вот, вылазит и ведешь в огненную. Добили. РДДшники набрали ренджу. Темнее, если добери. Потом вторая пати миликов сразу же убегает, когда добили босса. Вторая пати миликов убежала, первая тоже уже убегает. РДшники набрали ренджу. 10 метров друг от друга. Держим ренджу. Темнейший... Хорошо, на Вока только прилетело. Вову не потеряйте, главное пинковаду. Краш-теста прохильте, не убегай далеко краш-теста. Еще один харчок будет, миликов убежали. Пошел харчок. Темнее себе айсбаунд нажми. Ой, не айсбаунд, а мастер-кру. Все, Вова, держи босса здесь. Смотрите лужу, пожалуйста. И не стойте, она дышит конусом. Не стойте... Вот, шнурки, Галина, убеги туда еще. Потому что она дышит конусом. Все за спиной стойте, босса. Аккуратно отвожу. Хорошо, хорошо. Смотри, главное. Киберкотлета, иди лови ледяного рёва. Скоро будет выходить. Поведёшь в сторону трусов. Добили жуткую. Пинаколаду прохильте. И все сразу передвигаемся в сторону трусов. Петов уже можете убирать. Все убрали петов, никакие копии, трапы, ничего не изается. Все побежали в сторону трусов. Пока танчик киберкотлета, Вова, подбежишь, когда дебаф упадёт, заберёшь босса. Все встали в трусы, прям в трусы, прохил. Главное, разбегите. Кто не разбежится, это будет вайп сразу. Трусы стали уже. Подлетали прям в одну точку все. Пилар вот этот. Все, сошлись, сошлись в трусы. Он сейчас будет или прыгивать. Быстрее, все в пилар. На он убежит. Право-лево разбежались. Хорошо, молодцы, просил все. Изморский, дай БР, капитан, пока не вставай, я скажу, когда встать. После следующего врезания встанет. Ближе к боссу держитесь. Как только босс начинает отпрыгивать, уже все в трусы передвигайтесь. Перебежали в пилар все. Хорошо, право-лево. Почти все влево убегайте, там буревестник один вправо. Все влево. Бегите. Молодцы. Вставай, капитан нефть. Или Низморск не дал тебе. Дайте ему ребаф. И дайте Геру для него. Еще. Ребаф обязательно на хп дайте, а то он умрет.
ближе подошли к боссу. В трусы уже сбежались. Все в одну точку. Хорошо. Снурки право-лево сейчас разбегите, главное. Кого? Ладно, бьем, еще есть пока возможность убить. Прохильте, главное. Если следующее врезание не ловим. В трусы сместились сейчас. Сместитесь в трусы. По Троянскому последний остался. Киберкотлета, Дальс, БР, когда после врезания. Все в трусы сбежались. Руки право-лево разбегитесь, там пиноколада и изморский в другие стороны убегать. Все, дай БР быстрее, киберкотлета. Дали Геру, если есть, по Троянскому, все дали бурсты. Припоты еще тоже нажми, Троянский. Готовьте паладины, Вова прожмись. Нажми айсбаунд, темнеющая, нажми массакру. Женя тоже нажми массакру. Все нажимайте бабу и паладины. А что, типа, не можете снять это? Добивайте, добивайте. Все. Все, я молодцы. Хорошо. О. Тупую плащ, наверное, упала. Угу. Так, теперь. Изморский. Ой, не изморский, киберкотлета есть? Фек какой-нибудь другой. Кот. Совы нету, каличной даже. Сейчас давай с кота, ладно. Давай сову. Не. Пусть сову прикрепится. Подожди, все нормально. Я же сам танчу, да как прыгай этот в сову. Прыгай в сову. А Женька прыгай в Лема. Ой, не в Лема. Ну ты понял, короче, кого. Да, и давай, ты пэрсишь, сейчас это идет на 5 секунд. Так. Сейчас вернется Троянский, расскажу, что делать дальше. А у нас за время стоит начисление автоматическое? Я не стоит, я единственный, кто может делать. Это я потом начислю за время. Посчитаю, сколько и сразу начислю. Вот сейчас начислю. В принципе, мы уже находимся здесь сейчас. Сейчас начислю. Так, всем это получается 150, и за час времени 1155. Нет, подожди. Да, 155. Нет, 25 за время. Блять, заебали нахуй, отвечаю, блять. 200. Вот что я купил. Две минуты, блять, и каждый. Две минуты. Нет, 25 это за 30 минут времени. Это, Саш, мне в хила, что ли, я не понял? Да, Женька, давай. Ты в хила? Все, Троянский здесь. Так, киберкотлету надо засуманить. Потом поотнимаю всем, что должен. Ну, в принципе, мы молодцы сегодня. Вы молодцы. Так, поставьте шкаф. Лок. Вот стоит крест, Вова, ты босса не двигаешь, ставишь на месте и вообще его не двигаешь, там же и танчишь всегда, гриппаешь баб. Чем здесь отличие от обычки? Будет появляться портал и будет появляться пенек, да, вулкан. Ваша задача, появляется портал, максимально быстро свечнулись в портал. Под портал у нас отдаст под сейф темнеющее, отдаст массакру. Под портал, чтобы никто не сдох. Также все бурсты вы свои оставляете не на портал. Будет появляться пенек.
Все должны отдать бурсты в пенек. Также все, кто может диспелить, диспелят босса. Ну, декурсить там. Не декурсить, а диспелить. Также будет вешаться крест и череп. Крест мы выносим. Мы не выносим крест в крест. Мы крест выносим. Можно вот так вот вынести, по кругу пробежаться. Можно вынести вот в эту сторону. Но далеко от хилов не отбегайте. И в миликов не заносите. Но не выносите в сторону креста. Также все РДДшники, когда появляется в кресте, вот здесь примерно в кресте будет появляться пенек, вы все, абсолютно все делаете шажок назад. Абсолютно все делаете шажок назад, чтобы вас не доставал урон от пенька. В этот момент Сацуна нажмет мастер аур на огонь, Гудхелп нажмет, не Гудхелп, первый нажмет пиноколада айсбаунд, потом Гудхелп продолжит массакрой. Также все, абсолютно все играют в пенек, отдают все бурсты, даем геру, заливаем пенек. Такой момент еще. Также все свои прожимочки тоже отдаете. То есть, кто какой сейф-абилка есть, сразу ее отдаете. Все, нам нужно два таких пенька залить, и босс будет изи. Стаки максимально быстро снимаем, все, кто могут, это делают. Не ждете, кто сделает это кто-то за вас. Кушайте рыбу. А кто танчил босса этого Рева? Рёва, Киберкотлета и Пиноколада танчит. Сейчас будет Вова Пиноколада танчить. Я просто смотрю, кто словил этот Рёва. Ну там непонятно, я тоже следил, но не нашел. Поэтому хер пойми, кто словил. Ну, ладно, если есть... Если я есть этот... Да не бета-тест. Все, кушайте рыбу.